Поговорить с близкими, ответить на деловое письмо, посмотреть фильм в дороге или выложить селфи в Инстаграм. Для каждого смартфон индивидуальный помощник, а поэтому и тариф каждому нужен свой. Например, студенту Даниилу нужно много интернет-трафика. Я на Иньязи учусь. Я постоянно слова перевожу в интернете. Да и плюс ко всему, видеоролики на Ютубе смотрю, там, футбольные матчи. Нужно постоянно быть в интернете, а бывает, что вот бац, и трафик обрывается. Чтобы каждый мог получить свой идеальный тариф, мобильный оператор Теле2 обновил тарифную линейку. Продвинутые юзеры теперь могут настроить тариф самостоятельно в личном онлайн-кабинете или в салоне связи. Достаточно зайти на сайт оператора и с помощью простой навигации прибавить или убавить количество минут и гигабайтов, добавить безлимит на соцсети, мессенджеры или YouTube, и идеальный тариф в вашем смартфоне. Добавил себе гигабайтов, могу смотреть футбольные матчи сколько угодно. И еще добавил себе безлимитный YouTube. Замечательная функция, мне очень нравится. В компании Теле2 уверены, современному пользователю нужно больше свободы в выборе услуг мобильной связи. Мы считаем, что возможность самостоятельно настраивать тарифы понравится нашим пользователям. Это и удобно, и выгодно. Абонент получает услуги в том объеме, который нужен конкретно ему, и оплачивает то, что выбрал. Возможность менять тариф под себя жители Чебоксар уже оценили. Мне кажется, это хорошая идея, да, я бы воспользовалась этим, потому что тариф на обычные гигабайты заканчивается, всегда необходимый новый тариф. Да, это хорошая идея, я воспользовался. У меня теперь интернет на YouTube большинство уходит. Впрочем, если к концу месяца абонент не использует часть услуг из пакета, они по-прежнему переносятся на следующий месяц, а минуты всегда можно обменять на гигабайты.